Не, Сань, вообще прекрасно уже. Не, правда? Я со скамейки встану, у меня просто будут такие полоски. Ничего не будет. У тебя этих белых футболок, блядь, весь гардероб. Похуй вообще. Лёх, вот свежак. Тут. Лёх, свежак. Ложись, ложись. Лёх, вот свежак. Угу. Девочки, Саня любит фоткаться. Я не могу. Саня может. Саня хочет фоткаться. Может подойти сфоткаться, правда? Нет, правда. Правда? Да. Я когда врал? Не бойтесь, не, я разрешаю, девчонки. Саня, сфоткаться надо. Девчонки, а можете, знаете, что сделать? Можете еще? Я просто отойду, и вы как-то натурально снимете видос о том, что Саня порадеет, что-то там накурился, что-то, или же просто лежит на лавке. И просто это выложить. Давайте, я отхожу. Да, и просто ТикТок выложить. Да. И искусство, ну, типа, по-натуральному, чтобы прям, чтобы вот по-натуральному сделайте. А, нет, под гламур. Гламур. Сделайте с ним эдит под гламур и выложите, пожалуйста, как он лежит. И издалека, сблизи, прям можете подходить, не стесняйтесь, он вам ничего не сделает в этом состоянии сейчас. Ничего не сделает. Я просто посижу на скамейке, посмотрю, а вы делаете эдиты. Не зря меня называют лучшим другом. Ну, девочки, поактивнее, с разных ракурсов, эдит, гламур. Детали снимает. Какой я хуйло ебаный. Сань, ну подожди, поколению молодому ТикТок надо. Ну. Кайфово. Ау! Позови Анечку. Да, пожалуйста, реально. Ау! Кай, Данона тоже. Не, это их не вариант. Сняли? Всю камеру подносит. Блять, сука, я хочу посмотреть это. Если ТикТок залетит, там на несколько лямов посмотреть комменты, блять, просто что писать будут, мне интересно. Смотри, лица закрывают ученые. Ну? Все, девочки, еще секунд 15, и он вас ударит, я уверен. Поэтому постепенно закругляйтесь, да. Сняли? Так, дальше. Ладно. Хорошо. Все, спасибо вам за вашу работу. Заливайте ТикТок, это минимум лям просмотров. Гарантирую. Нет, они вас ненавидят, потому что вы издеваетесь над человеком, у которого мигрень. Ну, девчонки, я вот не знаю, что лучше не надо так делать. А вы просто, ну, не послушали. И у нас подписчики не любят таких людей, которые так делают. Потому что человеку плохо. Ну, просто человеку плохо. Вы же видите, что у него мигрень, что, типа, ну, это болит голова, его тошнит. А вы пришли просто сфоткаться и еще и поснимали, когда он вам даже нет сказать не может. Да, это как-то не очень. Ну да, я просто поэтому и все. Вы извинились. Ну, ладно. Мы сказали, прощайся. Я ничего, я не обижаюсь, это подписчики вас, ну, да нет, зрители вас не любят. Правда, простите, мы снимем ТикТок. Больше так не будем, обещаю. Ну ладно.